Он для меня не умер, не погиб и не исчез. Я с самого первого дня, когда услышал об этом, впервые делюсь. Я сказал, ушел. Природа его забрала к себе. Удивительно, что именно ваша земля его заманила в свое пространство. Для меня он ушел, потому что это все было неожиданно. Мы расставались, не попрощавшись. У нас не было какого-то предчувствия. Тем более к этому моменту, когда он уезжал к вам сюда, в Владикавказ, мы не встречались, не общались. Я на него обижался, что он меня к себе в кино не зовет, хотя обещал. И было такое. Но в данном случае, какое у меня осталось впечатление? Да хорошее. Мне часто задают, каким он парнем был. А что спрашивать, каким? Он и есть. Он остался, потому что он не поставил точку.